Что ж, давайте начнем рассматривать аргументы оппонентов. И эти аргументы я разделил на две большие категории. Первая категория — это аргументы, основанные на текстах Священного Писания. И рассмотрением этих аргументов будем заниматься большую часть времени. Но также есть и другие аргументы. Аргументы, основанные на неких практических выводах. И вот на протяжении многих лет, участвуя в подобных дискуссиях, я пришел к одному заключению, что в итоге все сводится к рассмотрению одних и тех же вопросов. Если речь идет о возражениях против безусловного избрания, и в принципе все эти вопросы вытекают один из другого. И мы их в этом порядке и рассмотрим, и также, надеюсь, у нас останется время, чтобы рассмотреть те возражения, которые есть у вас или которых вы знаете. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте, высказывайтесь на этот счет. Итак, первое и главное. И главное не по важности, а главное потому, как часто это используется в обсуждениях. Армяне скажут вам, или те, кто придерживаются позиции условного избрания. Вот они скажут вам, как Бог может избирать кого-то безусловно, а не на основании каких-то условий, потому что в Писании мы читаем, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. А если Он не желает, чтобы кто-либо погиб, то разве Его желание избрать лишь некоторых ко спасению, оставив многих за бортом, неравноценно избранию многих погибели? И, как вы понимаете, этот вопрос может увести нас в одном или в другом направлении. И на основании этого высказывается два разных возражения. Более простое возражение, на которое легче дать ответ, хотя следует признать, что не так уж и легко дать этот ответ, заключается в понимании воли Божьей. Если Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, как Он тогда может не сделать того, что Он хочет? Другое возражение, на которое ответить труднее, и, как мне кажется, намного труднее, сводится к понятию двойного предопределения. Если вы верите, что Бог без всяких условий избирает некоторых людей ко спасению, то разве это не означает, что Он также, безусловно, избирает оставшихся погибели, к вечному наказанию? Но давайте мы с вами все рассмотрим по порядку. И давайте начнем с первого возражения. Если Бог устанавливает что-то, то как это может не осуществиться? Что ж, если Бог не желает, чтобы кто-либо из людей погиб, то как Его желание может не осуществиться? Что может помешать исполнению Его желания? Но вы можете сказать, неужели именно это подразумевается в Писании, именно это понимание? И, как мне кажется, этот стих часто вырывается из контекста. Но даже если рассмотреть этот стих в контексте, вполне возможно допустить, что именно это и означает этот текст. И здесь можно процитировать два стиха Библии. Это 2 Петра, 3 глава, 9 стих. В этом стихе можно встретить эту фразу. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Здесь мы читаем о том, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Есть еще один текст в первом послании к Тимофею, 2 глава, стих 4. Мы с вами же читали этот текст ранее, на предыдущих лекциях, на прошлой неделе. Позвольте мне начать сначала предложение с 3 стиха. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».
Также вы можете обратиться к стихам, записанным в Евангелии, когда Иисус оплакивает Иерусалим. Это Матфея 23, стих 37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, но вы не захотели». «Я хотел, но вы не захотели». И как вы уже могли отметить в своих конспектах, я предлагаю два возможных варианта ответа на это возражение. И первый вариант, первый путь ответа на это возражение заключается в следующем. Представляется, что на основании этого возражения желание во втором послании Петра, в 3 главе 9 стихе и в 1 Тимофею 2:4, желание приравнивается к установлению. Или, если хотите, приравнивается к избранию. Я хотел бы сказать следующее. Если действительно именно это означает это слово, «хочет» во 2 Петра 3:9 и 1 Тимофею 2:4, то тогда возникает действительно проблема. И проблема не только для сторонников безусловного избрания, но и для сторонников условного избрания, для армениан. Потому что если желание равноценно установлению, то тогда это означает, что все должны быть спасены. Позвольте мне это вам показать. 1 Тимофею 2:4. В этом стихе мы читаем тогда, что Бог, наш Спаситель, хочет, устанавливает, определяет, избирает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если это имеет в виду апостол Павел, то сколько людей спасутся? Все люди спасутся тогда, так? А верят ли сами армяне, что все люди спасутся? Конечно, нет. И кальвинисты в это не верят. Это не евангельская позиция. А это возражение, как мы с вами показали, основывается на том, что вот это слово «хочет» в этих стихах равнозначно слову «устанавливает». Но если так, то тогда мы приходим к универсализму, к всеобщему спасению. И ни те, ни другие в это не верят. Также с посланием Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают томлением, но долготерпит нас, не желая или не устанавливая». И пусть здесь стоит отрицание, но все равно тот же самый смысл. Если Он не устанавливает, чтобы кто-либо погиб, не определяет, то тогда все должны прийти к покаянию и к спасению. И опять же мы с вами приходим к универсализму, всеобщему спасению. Так? Но, как я уже сказал, ни армяне, ни кальвинисты в это не верят. Не верят, что все люди будут спасены. И что же тогда делать с этим возражением? Получается, что возражение основано на неверном основании, согласно которому утверждается, что в этих стихах, в обоих стихах говорится о Божьем установлении. Но если в этих стихах действительно говорится о Божьем установлении, то тогда возникает проблема как для кальвинистов, так и для армянин, потому что ни те, ни другие не верят в всеобщее спасение, а именно этому тогда и учит этот текст. Хорошо, если речь не идет о Божьем установлении, то тогда о чем же здесь идет речь? И вот здесь, я думаю, нам стоит обозначить отличие и показать, что вот эти стихи, которые мы с вами прочитали, о которых мы с вами говорим, вот эти стихи показывают отличие Божьей воли с одной стороны и Божьего желания с другой. И вот сейчас мы с вами подходим к таблице, которая содержится в ваших конспектах на странице 127 и 128. И давайте с вами рассмотрим, что же в этой таблице содержится.
Итак, перед вами таблица, в которой много всего содержится. Но, как вы видите, основное разделение проводится между Божьей волей с одной стороны и с другой стороны Божьим желанием. И когда мы с вами говорим о Божьей воле, мы можем говорить о разных вещах, мы можем подразумевать разные понятия. И мы сейчас это с вами обсудим. Во-первых, мы можем выделить такое понятие, которое называется предписывающая воля Божия. И о чем же здесь идет речь? А речь здесь идет о предписаниях Божьего закона, о Его нравственных правилах. Бог хочет, чтобы предписания Его закона исполнялись. Но это не означает, что Бог установил, что Его закон обязательно будет исполняться, и что каждый отдельный человек, каждый из нас будет исполнять все предписания, предписания закона в каждой отдельно взятой ситуации. Итак, о чем же мы с вами говорим? А говорим мы с вами о моральном Божьем законе, явленном в Писании. Хочет ли Бог, чтобы мы исполняли Его закон? Конечно, да. Он хочет, чтобы и неверующие этот закон исполняли. А предустановил ли Он, предопределил, что каждый человек будет исполнять этот закон всегда? Что ж, конечно, нет. Ведь если бы он предустановил, то никто бы никогда не согрешил. Итак, это предписывающая воля Божья. И, во-вторых, есть устанавливающая или распорядительная воля Божья, и это указывает на Божье установление. И устанавливающая воля Божья является Его суверенный выбор. Это то, что обязательно произойдет. И здесь мы с вами приведем тексты Священного Писания, такие как послание к Ефесянам 1:11, в которых говорится о том, что Бог суверенным образом предопределил все, что должно произойти. Не лишь что-то, а все. Бог установил все, что должно произойти. И вот в Божьем установлении, и вы видите, что дальше идет еще одно разделение на те категории. Вот Божье установление можно разделить на две категории. И вот к первой категории можно отнести то, что мы называем совершенной волей Божьей. И сюда относятся те установления, которые Бог решил совершить, и это обязательно произойдет. И это то, что согласуется с Его предписаниями и согласуется с тем, что является самым лучшим для нас, согласуется с тем, что Он считает самым лучшим для нас. Позвольте мне повторить. Совершенная воля Божья включает в себя то, что Бог установил и что обязательно произойдет. И все это согласуется, соответствует Божьим предписаниям. И также это все согласуется с тем, что, на Божий взгляд, является идеальным, самым лучшим для нас, чтобы Он хотел, чтобы произошло. И получается, что спасение тех людей, которые спасутся, определяется совершенной Божьей волей. Это часть Божьего установления, Божьей устанавливающей воли. Но есть и вторая составляющая Его установления. И лучшего термина не нашлось, как назвать эту составляющую нежелаемая воля Божья. И именно так она названа в ваших конспектах. И это часть Божьего установления, это то, что Бог определил, и это обязательно произойдет, непременно исполнится. Однако то, что произойдет в соответствии вот с этой частью установления Божьего, не согласуется всегда с Божьими предписаниями. И не всегда это соответствует
тому самому лучшему, что Бог желает для нас. Позвольте мне повторить. Вот часть Божьего установления, которую мы назвали нежелаемой волей Божией, включает в себя то, что обязательно произойдет, непременно произойдет, но при этом это не согласуется с Божьими предписаниями и не соответствует тому самому лучшему, что Бог желает для нас, не соответствует ни тому, ни другому. При этом нарушаются Божьи предписания, и при этом мы не получаем самое лучшее. Это грех. Грех — часть нежелаемой Божьей воли. Поэтому можно говорить о том, что нежелаемая воля Божья — это не то, что Бог желает. Она не соответствует Божьим желаниям. Но, тем не менее, Он так установил, так определил. И спасение всех людей — это то, что Бог желает, чтобы произошло. Но Он это не установил. Что ж, теперь вам лучше понятно, о чем же эта таблица. Вот мы видим, что с одной стороны Божья воля, а с другой стороны Его желание. И здесь можно говорить о Божьих желаниях, о том, что Он хочет, чтобы действительно случилось, чтобы Он хотел, чтобы это случилось. Или потому, что это согласуется с Его предписаниями, с Его нравственным законом, или это соответствует тому лучшему для нас, что Он знает будет для нас лучше всего, или потому и другому, потому что это будет лучше для нас, и потому что это согласуется с Его предписанием. Но тот факт, что Бог желает, чтобы все это произошло, чтобы так и было, не означает, что Он так установил, что Он так определил. И теперь, когда у нас есть понимание того, в чем же состоит отличие Божьего желания от Божьей воли, и когда мы понимаем, какой может быть Божья воля, вот теперь мы можем ответить на вопрос, разве в Писании не говорится о том, что Бог желает, чтобы все спаслись и чтобы никто не погиб? Да, говорится. Но речь идет не о Божьем установлении. Речь идет о Божьем желании. В первом послании к Тимофею не говорится о Божьем установлении. Иначе будет универсализм, всеобщее спасение, что не принимают ни каллинисты, ни армяне. И когда мы с вами понимаем, что в этих стихах идет речь о том, что Бог желает, чтобы произошло, но Он не это установил. Он не установил все так, чтобы это соответствовало Его желанию. И когда мы читаем стихи, в которых говорится о Божьем желании, не следует трактовать эти стихи таким образом, что в них говорится о Божьих установлениях, то, что Бог предопределил, что должно произойти. И вот эти стихи тому пример. В них говорится о том, что Бог желает, что Он желает, чтобы все спаслись, но это не означает, что Он так определил. И вот на странице 128 в ваших конспектах вы можете найти четыре применения этой мысли. И я не думаю, что нам стоит останавливаться на этом, вы можете самостоятельно все это изучить. Вот в частности, на основании этой таблицы мы можем сказать, что все происходит согласно Божьей воле. Конечно, если речь идет о Божьем установлении. И второе, что можно сказать на основании этой таблицы, что не все происходит так, как Бог хочет. Но как же такое может быть? Да, ведь есть предписывающая воля Божья, и происходит что-то, что не согласуется с Его предписаниями. То есть это то, что Бог не хочет. ТВ-семинарии – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами.
Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Теперь мы пойдем далее. Вот посмотрите свои конспекты, начиная со страницы 128 до страницы... Сейчас я посмотрю, до страницы 130, даже до страницы 136. Вот на этих страницах рассматривается возражение. Разве в Писании не говорится о том, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб? Но вот это возражение рассматривается с другой стороны. И каким же образом это делается? И речь идет здесь о немного ином вопросе. Вот разве установление об избрании определенных людей к спасению не подразумевает также установление об избрании других людей к вечной погибели, оставшихся людей, которые не избраны к спасению, к адским мукам? И, как я уже сказал, этот вопрос рассматривается на страницах 128 по 136. Поэтому, пожалуйста, изучите этот материал до начала следующей лекции. И если вам не удастся все понять, не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь уж так сильно. Мы все-таки этот вопрос рассмотрим, хотя времени у нас на это будет очень мало. И вопрос, на самом деле, по существу, на который нам необходимо ответить, если вы считаете, что Писание или логика требуют, если происходит то, что было заранее установлено Богом, то это также должно означать, что заранее было установлено, что часть людей окажутся в аду. И вопрос, на который надо ответить, почему Бог так установил? Уж, конечно, Он не хочет, чтобы кто-то оказался в аду. Но почему же тогда Он все-таки посылает определенных людей в ад? Вы можете ответить, потому что они грешники. Да. Но ведь Он установил, что они согрешат. Да. Но они это делают, потому что они произошли от Адама, они связаны с Адамом, согрешили в Адаме, и теперь у них греховная природа. Да. Но ведь Бог установил, что Адам согрешит. Бог так установил. И ответ вы найдете на странице 137 в своих конспектах. На следующей лекции вы сможете задать вопросы, если вам что-то непонятно. И затем мы с вами пойдем дальше. Нам еще очень многое предстоит обсудить в рамках этого курса. И в частности, мы с вами ответим на вопрос, как возможно верить в безусловное избрание и при этом считать, что человек обладает свободной волей, что человек свободен. И как можно верить в безусловное избрание и в то же время верить в то, что люди, которые отвергли Христа, ответственны, несут нравственную ответственность за свой выбор? И как можно верить в то, что если Бог установил, предопределил все, включая погибель неизбранных, вечное наказание неверующих людей, то как Он может оставаться справедливым и благим Богом, несмотря на это, обрекая на вечные муки тех, кто не принял Христа? И вот эти вопросы, если Господь позволит, мы с вами рассмотрим на следующих лекциях. Что ж, если вопросов больше нет, я хотел бы, чтобы мы обратились к рассмотрению второго возражения. Мы с вами помним, в чем заключалось первое возражение. Суть этого первого возражения заключается в следующем. Говорится, как можно верить в безусловное избрание и при этом говорить о том, что Бог желает, чтобы никто не погиб и чтобы каждый человек обрел спасение? И вот после этого можно часто услышать еще одно возражение. После вопроса о том, как избрание может быть безусловным, если в Писании мы читаем, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб.
И вот в чем суть второго возражения. Армяне обращаются к Писанию и говорят, разве не написано в Писании, что всякий, кто хочет, может прийти? И далее они строят свое возражение таким образом. Если избрание безусловно, то тогда большой вопрос, действительно ли каждый, кто пожелает, может принять Христа и примириться с Богом? Если вы не один из избранных, то разве не очевидно, что вы не сможете прийти к Богу? Но ведь в Писании разве мы не читаем о том, что всякий, кто пожелает, сможет прийти к Богу? Что ж, как можно ответить на это возражение навскидку? Во-первых, в Писании нет стиха, в котором именно так и записано. Но мы понимаем, что одного этого будет недостаточно, чтобы ответить на это возражение, потому что в действительности в Писании есть несколько стихов, в которых пусть не буквально именно это записано, но, тем не менее, смысл этих стихов может быть понят именно так. Это такие стихи, как записанный текст в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих, а также книга Откровения, 22 глава, стих 17. И в этих стихах, казалось бы, можно прочитать о том, что призыв ко спасению распространяется на всех, каждый человек приглашается ко Христу. И понятно, что резонен вопрос, как может Бог приглашать всех, если при этом Он же Сам и решил спасти лишь некоторых. Разве вот этот вселенский призыв не противоречит позиции безусловного избрания? И что же можно сказать в ответ на это? Я думаю, кальвинист на это может сказать следующее. Во-первых, на это можно сказать о том, что Христос действительно может приглашать всех к Богу, потому что Он умер за каждого человека. Но понятно, что сказать такое вы можете только в том случае, если придерживаетесь неограниченного искупления. Если же вы придерживаетесь позиции ограниченного искупления, то так ответить вы не можете. Но если вы придерживаетесь неограниченного искупления, вы можете сказать, что Христос приглашает каждого человека к себе, так как Он умер за каждого человека, за грехи каждого. Однако самого по себе такого ответа будет недостаточно. Чтобы ответить на это возражение, необходимо кое-что добавить. Идея возражения, как мы помним, в следующем. В Писании мы читаем о том, что всякий, кто желает, может прийти к Богу. Но вот вопрос, а кто же желает? Кто же желает прийти к Богу? И здесь уже речь идет о конкретных людях. Кто же те люди, которые захотят, которые примут волевое решение прийти к Богу и обрести спасение? Кальвинисты скажут вам, что на самом деле прийти к Богу могут захотеть только те, кто избраны. Вы можете спросить, но почему же вы так думаете, почему другие люди не могут захотеть? Но вы помните о том, что кальвинисты на это укажут вам на те стихи из Писания, где говорится о том, что у нас нет праведности, вся наша праведность как запачканная одежда, и у нас нет праведных желаний. Бог вкладывает в наши сердца праведные желания. А если так, то тогда получается, что если Бог не совершит ничего в наших сердцах, то тогда у нас и не возникнет желания прийти к Богу, обратиться к Нему, поверить в Него. И также возможно вот что. Неизбранные люди могут прийти к Богу, так как Христос умер за них. Они могут прийти, если бы они захотели прийти. Но так как они не избраны, то Бог никогда не вложит в их сердца желание прийти к Нему. А предоставленные сами себе, они никогда не захотят это сделать сами.
Поэтому получается, что ответить на это возражение можно следующим образом. Можно сказать так, да, всякий, кто пожелает, может прийти, но а кто же желает? А желают только те, кто избраны Богом. Только они высказывают это желание, потому что это желание дано им Богом. Бог побуждает их принять это решение. В результате только эти люди принимают решение прийти к Богу. И здесь, я думаю, важно вспомнить текст, записанный в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, стих 37. И речь идет о первой части этого стиха. Здесь мы читаем о тех людях, которые приходят к Отцу, приходят ко Христу. 37 стих. Иисус говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Но заметьте, все начинается с того, что Отец дает что-то Сыну. И если он этого не сделает, то мы понимаем, что ничего не произойдет. У людей не возникнет желания, не появится мотивация прийти к Богу. Что ж, хорошо. Такое возражение вы можете услышать достаточно часто. Но, как мне кажется, иногда люди, высказывающие это возражение, в действительности имеют в виду несколько иное. Если в Писании говорится, что всякий, кто захочет, может прийти, то это звучит так, что человек обладает свободой и может выбирать. Но если избрание безусловно, то как можно говорить о такой свободе? И это уже следующее возражение. И вот с этим возражением не так легко справиться, как с предыдущими. Чтобы ответить на это возражение, требуется больше времени, так как оно сложнее. Создается впечатление, что если на самом деле верно безусловное избрание, если этому учит Писание, то представляется, что это исключает какую-либо свободную волю человека. Но ведь кажется, что Писание учит о том, что человек обладает свободной волей. И в частности, говорится о том, что всякий, кто пожелает, может прийти к Богу. Поэтому представляется, что теория безусловного избрания достаточно сомнительна. Но как вы можете прочитать в своих конспектах, а также на слайдах вашей презентации, на этот счет есть что возразить. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.